have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы с вами продолжаем бродить по коридорам, и в этот раз постараемся делать все лучше, все еще красивее, все еще краше. Так, пожалуйста, вот этого не убейте. Угу, спасибо. А, не, на самом деле не убили. Так, еда у нас не пропадает, а магазины пропадают, давайте исходить из этого, поэтому... Еду сейчас не берем. Копим деньги на магазин. Да, теперь человека убили, но это не проблема. Он внес свою отвлекающую лепту. Блин, еще и мечника убили. Вот это некрасиво получилось. Хорошо, прокачиваем магазин прям сходу, да? Улучшенный магазин 4 жетона. Магазин можно будет улучшить 5 раз. Так, хорошо, сразу берем меч этого копейщика, потому что копейщик очень крутой парень. Берем, наверное, боксера. Ну что нам надо, чтобы люди танчили, а... Блин, на еще один меч у меня хватит, а на мечника у меня не хватит. Пойдемте сюда. Блин, что-то большое, да? А, это который телепортируется и убегает от нас. А мы его быстро убили. Хорошо. Удачно. Ярость. Бойцы увеличат свой урон на 10 с каждой атакой. О, это хорошо. Бойцы это кулачники, которые. Ловкачи. Танки. Лычки. Угу. Пойдем, нам нужны еще люди. И нам, получается, нужны перчатки Рокки. А, у меня есть один боец. Да-да-да, бойцы это все вот эти кулачники с когтями и все. Отлично. Значит, мне можно попробовать билд на них строить. Мне бы больше стреляющей силы какой-нибудь, да? Я только сейчас, на самом деле, задумался о том, что можно строить прям билды какие-то, основываясь на чем-то. Ладно, все, поехали. Маленькая толпа, еда у нас пока что есть, нам еще хватит на 3-4 комнаты. На, по сути, еще на 2. Давайте валим босса. Ну, смотрите, урон хорош пока что вносим, да, нормально. Нам медик сейчас нужен, потому что у нас, если будут просто люди гореть, у меня сейчас и копейщик, и мечник, ой, этот, и щитовик, оба сейчас сдохнут, чёрта. Их видели вот это? Путеводный камень. Человеки вышли в, на развилке, на которой лежит огромный камень с высеченной надписью. Направо пойдешь, меч потеряешь, налево пойдешь, голову сложишь, прям пойдешь в рекурсию попадешь. Там я потеряю одного мечника, там я потеряю одного человека. А, ну, в смысле, меч потеряю. Вот и что бы оно значило. Ладно, пойдем. Я понял. Красиво. Ясно. Меч. У меня нету меча, если... Направо пойдешь. Направо. Ух ты, ломбард, оставим за скобками вопрос, откуда он здесь взялся. Механический хозяин предлагает продать нанокопье за 18 жетонов. А за сколько я его покупал? Да, согласиться. Хорошо. Минус предмет, плюс 18 жетонов, отличная сделка. После обмена человек спокойно пошли дальше. Меня, в принципе, устраивает. Тут есть чумная маска, чего я раньше не видел. Я так понимаю, что это мне приехало из прокачанного магазина. И это вот вообще сейчас просто крутяк. Я ее получил практически бесплатно. Ну, я продал копье, конечно. А прокачать магазин? Да, я сразу же получаю когти.
По-моему, неплохая сделка. У меня появился медик. Вот этот, правда... А, и мы его вылечили, кстати. У него же не было жизни вообще. Мы забрали копье, и мы его вылечили таким образом. У меня щитовик сейчас скопытится, к сожалению. Пойдемте в обратную сторону от магазина, чтобы мы нашли портал и потом сюда телепортировались. Я предлагаю таким образом. Я надеюсь, мне сейчас медик вылечит этого. Блин. Минус один. И этому скоро хана. Идем дальше. Я потом из телепорта сюда попаду. Да, там у нас будет телепорт с хавчиком. Супер. Поехали. Кстати, это не когти. Я сейчас сначала понял, что когти — это ж трезубец. И тупанул. Ну, какие вещи тут вкусные. Я сейчас очень сильно рискую. Я вкладываюсь в такие дорогие вещи, и у меня... Так, голод минус 30% урона. А, они уже голодают. Черт. Да, тогда тем более за хавчиком идем. Я что-то не обратил внимания, что у меня хавчика было на две комнаты. Блин, да, щитовика накрыли. Вот этого человека, по крайней мере, лечат. Это я могу только так купить. Хорошо, 40. Меня, в принципе, устраивает. Стол. Шляпа с кроликом. Что? Я сейчас доэкспериментируюсь, блин. Мне танки нужны. Я покупаю всяких магов, докторов, блин. Все, что только можно, покупаю. А, надо было стол купить за десятку. Ладно, моя ошибка. У меня нет 5 жетончиков. Да, я просто деньги у него заберу, потому что покупать 5 новичков, потом обратно... Я сейчас заберу деньги и попробую прикупиться в следующей комнате. Там, кстати, еда будет неплохо. Один моб. Спасибо. Рыба! Тунец! Рыб моей мечты, блин! Я обязан это купить. Ты у нас кто? Метатель? Метатель тунца, что ли? Что здесь происходит? Дайте я щитовика еще одного возьму. Я могу еще одну шляпу... Не, я не буду пока ничего покупать. Давайте за едой сходим. И потом к боссу. Ой, там еще будет комната с улучшениями, с порталом. Тоже хорошо. Заберу побольше еды. У меня сейчас не так много человек. Мне сейчас должно на 10 комнат хватить. И попробуем теперь... Блин, метатель тунца, чтоб тебя. Тунец просто взрывоопасный. Экстенсивные пули, стрелки. У меня только один стрелок, кстати. Прошивающий врага насквозь, начинающий урон всех стоит за целью. Кстати, неплохо. Стреляющие тентакли. Случайные искры. При каждом применении активной способности человек получает... давайте я, наверное, возьму вот эти культи... за культистов. Зов Ктулху для разных уровней способностей. Давайте я тентакли возьму, да? Рискнем. Фу, поехали на босса. Файт! Офигеть, как его снесли. Так, то... Я потерял своего главного танка с трезубцем. Это очень фигово. Мне нужен...
Этот танк с трезубцем был очень хорош. Мне сейчас нужно что-то подобное. Поехали дальше. Ну, хотя бы копейщика взять надо. Хорошо. Человек встретили странное высокое строение с двумя огромными шарами у основания. Высокое строение с двумя огромными шарами? Незаметная дверь подозрительно открыта. Семёныч, пойди. Семёныч и Захар пусть вместе сходят. Семёныч вернулся задумчивым, но без каких-то полезных находок. Задумчивым. А, да. Так, ты кто такой вообще? Пачка. Пачка чего? А это у нас... бойцы. А с бойцами у меня бонус. А, вы... Балетная пачка? Маразм крепчал просто. Я возьму себе еще одного доктора. И все. И дальше я потом буду серьезно наращивать себе боевую мощь, если получится. Чертова пачка. И он будет сейчас такой с ноги. Мне просто, по-моему, бонус же на этих, на бойцов, да? Сейчас. Вот ты. Ярость. С каждой атакой увеличится урон на 10. Да, вот мне вот это нужно. Связи у меня пока нету. Мне кого-то убили. Черт. Так, у тебя по жизням. У тебя... Он почти жизни, кстати, не потратил. Текущий уровень юнита и шкала опыта при повышении становится круче. Ну, то есть, нам выгодно, чтобы наши старые юниты шли с нами как можно дольше, потому что они тоже становятся, типа, круче. Окей, я этого раньше даже не замечал, ёлки-палки. Так, ладно. Тут есть телепорт, и тут есть хавчик. Мы можем пока пойти дальше, пока найдем новый телепорт. Эвакуация. Метатели. Метатели у меня два. Кстати, метатель тунца, и, ну, неплохо. Вампиризм. Метатель получает 7% нанесенного урона в виде... Мне вот это нужно, я думаю. Цепная молния. У меня ученых просто сейчас нет не особо много. Один, да? Кто у меня ученый? Стрелок, метатель. Метатель. Маг. Шляпа с кроликом. Я думаю, я вампиризм возьму. Так, поехали дальше. Тут чувак в пачке просто меня добивает сейчас. Это что-то... Хорошо. Велосипедные треники. Световой меч, черт побери. У меня нету мечника. Я бы взял еще на самом деле холодильник и треники. Блин, они выглядят просто божественно. Дубина шаман. Ёлки-палки. Так, ладно. Световой меч. Пойдем дальше за хавчиком. Я очень надеюсь, там дальше телепорт будет. А, он внизу. Супер. Этого лечат потихонечку, чё бы и нет. Мы будем через здесь возвращаться все равно к боссу, поэтому пойдем дальше. Еда у нас пока что еще на 3 комнаты. Ты кто такой? Старшее волшебное кольцо. Эскалибур. О, дефибриллятор! Это просто офигенно. Кстати, посмотрите, как зовут чувака с дефибриллятором. Ника Малышева. А,
ты у нас второго уровня, ты второго уровня. Кто у нас... Если люди первого уровня, второго... Даже метатель тунца второго. А, я думаю, вот так вот сейчас сделаем. Дефибриллятора сюда, метателя тунца сюда. Возможно... А, как-то по-хорошему, наверное, докторов... Да, докторов надо поближе к передней линии. У меня три милишника и три врача. Они, по-моему, они неплохо лечат, или мне кажется. Этот живой, этот живой, этот более-менее живой. Хорошо. 19. Блин. 140. Сюрикены скрыто. Мне бы на самом деле... Даже не знаю, чего мне бы. Кого мне взять? Или никого не взять? Погодите, я смогу завалить босса таким составом? Я думаю, да. Давайте так, валим отсюда. Возьмем хавчика. И пойдем на босса. Попробуем немножечко... ну, не то, чтобы поднакопить. Я очень надеюсь, что я сейчас не потеряю много ребят на этом файте. Никого не потерял. Красиво. По-моему, я нашел правильный способ играть. Так. Вывалившись на следующий уровень, человеки осознали... оказались перед двумя проходами с неоновыми вывесками. На первой вывеске старой потрескавшейся написано «ПАР», а на массивной двери выделяется ручка в виде красного вентиля. На второй вывеске, заливающей светом пол подземелья, написано «ЭПИЧНЫЙ», но у двери вообще нет ручки. Старой и потрескавшись написано «ПАР», на массивной двери выделяется ручка в виде красного вентиля. Эпичный. Куда нам пойти, в эпичный или в пар? Черт, я бы в эпичный. Блин. Пойдем в пар. В мрачноватом помещении с переплетением труб под потолком стоят бесконечные ряды игровых автоматов. В основном в них продаются вещи, не очень пригодные для выживания в лабиринте. Игрушки для взрослых, пазлы и пазлы для взрослых. Посреди бесполезного хлама вы нашли автомат, предлагающий на выбор пару отличных предметов за достойную цену. Я бы, наверное, световой меч за 4 жетона купил бы. После того, как вы получили предмет, прямо посреди комнаты появляется надпись «Error», код 101, и человек выкинула в другую комнату лабиринт. Хорошо, что меч схватить успели. Далее. Я реально получил просто практически бесплатный меч по огромной скидке. Да. Так, метатель тунца. Давай сюда. Бронекакаха? Я обязан это взять. Я не знаю. Он как жук-навозник, серьезно. Это просто слишком круто. Виталик прочный. Остановите мой ор. Что, блин? Бронекакаха, серьезно. Блин, тут четверо таких, если чё. В первой комнате один из них боссом был. Нет! Ах ты, говна кусок. Ну ладно, он лопнул. Бойцы при атаке наносят 20 урона всем врагам вокруг цели. У меня один боец, у меня заточка на бойцов идет, если что, у меня один боец до сих пор. Который, блин, надо... А, хорошо, что тут у нас эвакуация, метатели.
Метатели у меня двое, по крайней мере. Метатели получают способность оглушать противника на 1,5 секунды раз в 30 секунд на 40 манны. Давайте я возьму это. У меня все-таки метатели и то в 2 раза больше. Так, 14 человек, 18 еды. Надо идти сюда. Я об этом могу пожалеть. Надо покупать, ничего не поделаешь. Надо покупать все. Идем сюда, потом телепортируемся в ту верхнюю комнату. Таким образом мы еще 2 комнаты зачистим, неплохо. Ой, блин, вот вы, ребята, я вас не люблю, честно. У меня с вами связаны очень плохие воспоминания. Я уже 2 раза на вас вздыхал. Но пока что вроде, кстати, танкуем. Проклятый контракт. Я куплю, а потом мы докупим человека. Ой, блин, там еще хавчик есть. Я пойду за хавчиком. А, и босс тут. Ёлки. Заберу. Заберу. Теперь хочу ли я туда идти? Это я потрачу сюда. 14 хавчика. 28. Просто чтобы сходить туда. Так. Хочу ли я это делать? Я думаю, да. При телепортации хавчик же ж не тратится. Да. Блин! Блин, минус 2! Гравитационная пушка. Хочу такую штуку. Хорошо, на тебе контракт. Он превратился в ктулку какую-то. Чувак с пачкой, иди сюда. Ну и чувак со щитом, наверное, иди вот сюда. Я бы, наверное, взял бы еще одного медитоса. У меня получится 2 вида медиков, да? Да, хорошо. 3! Ты же у нас тоже медицина считаешься. 3 вида медиков, что я получаю при этом? Лечение 3-го уровня для разных... Да, хорошо, хорошо. Как минимум для этого мне было полезно его взять. На хавчик мне там уже не хватит. А не хватит. Возьму немножечко. Хорошо, пойдем на босса. Попробуем. Если что, за боссом там есть еще хавчик. Я не уверен, что нам это нужно. Фига себе, ты посмотри на эту штуку! Блин, у него 12 тысяч жизней? А у того чувака, которого мы били, у него было 10 тысяч жизней, по-моему, да? Хочу ли я пойти за едой? При этом я потрачу 30 еды, пойдя за едой. Не, спасибо, не надо, я на выход. А, человек наткнулся на дверь с яркой неоновой вывеской курсы прохождения лабиринта. А, ну да. То, что нам нужно, доверимся профессионалам. Сжечь дотла. 13 жетонов, 30 порций жирного мяска. Отлично. Так. Прокачать магазин. Я могу снайпера себе взять. А, это не снайпер, это у нас... Что-то я подумал, что это прицел. Блин, на самом деле взять бы еще такую аптечку. У меня было бы 4. У меня было бы 4 медика. Ну, разных этих. Ладно, поехали дальше. Мне щитовика все-таки убили, да, я вижу. И от него даже ни щита не вернули, ничего. О! Вот, типа...
Блин, чувака в пачке убили. Чувака в пачке убили. Тут хавчик. Нет, я пока не буду тратиться. Еще трое. Еще кого-то могут убить. Вот этого никто не лечит. Очень жаль. Так, пока все живы. В комнату с телепортом не пойду, наверное. Блин, ну зло здесь просто адски офигенное. Поехали дальше. У нас есть две нетронутые комнаты с хавчиком. Ой, двое чуваков с экзоскелетами. Найн. Одного мечника завалили. Мне, по крайней мере, меч на него вернули, что уже хорошо. Ты дубина шамана? А что значит минус 30? Минус 30 передвижения. Треники велосипедные. Во-первых, мечника возвращаем. Во-вторых, возьму треники. Мне еще хотелось посмотреть, что это такое. Еще раз прокачаем магазин. И возьму себе щитовика со столом. Выглядит как индеец какой-то. Елки-палки. Хорошо, по крайней мере, на него будут влиять бонусы с яростью, потому что чувака в пачке мне же убили, поэтому... Я очень надеюсь, что портал будет где-то сверху. Мы сейчас пойдем за хавчиком, наверное, да? Да, портал сверху, отлично. Файт. Мне кажется, мы тащим. Давайте попробуем подзакупиться еще сейчас. Блин, мечника убили. По крайней мере, меч вернули. Хорошо, спасибо. Чувака со столом убили. Хорошо. Сейлор Фуку? Так, блин, я пропускаю. Мне нужно еду купить. Я что-то не вдуплил эту тему. Знаете, в чем прикол? Я думаю, нам нужно потоньше размазать слой наших бойцов. Попробуем сделать вот так. Сейчас тут подеремся. А, мы даже не голодными тут деремся, потом я выйду и куплю еды. Нормально. Блин, одного все-таки убивают. О, вы посмотрите! Трехручный меч! Черт, мне на еду не осталось. Тогда я еду здесь куплю, потому что в любом случае мне выходить... Закупимся буквально немножко, чтобы нам хватило с боссом подраться. Да, на одну комнату мне хватает. Хорошо. Файт! О, это этот чувак! Смотрите, как в этот раз у него жизни улетают. Так, он мне чувака в трениках убил. Чувака с дефибриллятором. Не очень хорошо.
Но он типа себе щит спавнит, поэтому... Блин, минус 4. Он мне потихоньку танков выносит. Блин! Еще одного чувака в трениках убил. Но мы его завалили. Ух. Это невероятно, это невозможно. Это возмутительно. Серый гусь. Так, хорошо. Гусь там заклевал кого-то, да? Вот так вот, на этот раз. Гусь уклонился от всех снарядов, что... Что за грациозные животные? Вы потеряли 10 жетонов, но бойцы разгадали движение гуся и теперь обладают шансом уклониться в 20%. Я потерял 10 жетонов. Я просто в восторге. Я про... Блин, мой лишнего человека купил. Что было? Это тут у нас зомбаки будут, да? Тань, я не то хотел. Я чувствую, что мне не хватает немножечко. Ладно, они еще и голодными драться будут, черт. Но мы тут поедим, если выживем. Что за страусы? Так, у меня минус один. У них по 2000 хп. А, с них еще и всадники выпрыгивают. Очень много мяса. За 27. Мамонт. Просто... Ладно. Но мне приходится покупать всю эту еду, потому что... Может быть, я сюда потом с 27 вернусь, если у меня будет... Трое. Вы кто такие вообще? Ну, пока неплохо на самом деле. Дубина шамана. Шубина дамана. А, ты у нас хлыст. Хлыст. Клешни доктора осьминога. А, это вот этот экзоскелет, кстати. Блин, это все классные вещи, у меня просто денег нет. Поехали дальше. Просто немножечко потрейдим. Блин, опять три вот этих урода. Отлично. Мне еще на две комнаты хватит, да? Тут я заработал денег. Давайте, знаете, что сделаем? Черт. Может, за едой? Ладно, пойдемте. А, это тупиковая комната. Блин, убили кого-то. Прикольно то, что стан срабатывает на этих ребят. Эти такие... Кунлау такие. Да, я могу взять очень много еды. Я, наверное, это и сделаю. Все деньги я тратить не буду. Я сейчас вот здесь. Можно тут пофайтиться сейчас. Сейчас телепортнуться не могу. Ладно, хорошо.
Жалко, что они в двух фазах, просто отвратительно. Они очень крепкие сами по себе, так они еще и в двух фазах. Еду пока что не берем. Идемте, я хочу попробовать что-то новое купить, если получится. Блин, мне еще одного чувака в трениках убили. А-а-а, я только сейчас это заметил. Ай, метателя этих мечей убили. Хорошо. Минус 2 у меня. Хорошо, что я могу взять? Я могу... Отличный гроб! Что тут говорить? Это же просто отличный гроб. Я обязан это купить. Мне слишком интересно, что это. Так. Я возьму метателя. Можно еще взять, кстати, боксера, наверное. У меня на ловкачей бонус. Я понимаю, что перчатки это первый уровень, и это не очень выгодно, но... Кажется, у меня нет другого выхода. Сколько у тебя жизни? Половина. Поменяйся с большим гробом. Ёппарасоте! А мы раньше видели такую фигню? И по 12 тысяч жизней. Не-не-не-не-не, не надо, не надо так делать. Блин, чувака с говном убили. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Уклонение, ловкачи имеют шанс уклониться. Ловкачи-то у нас нет, это бойцы. Минуточку, стрелки получают бонус 30... Огромная сила, кстати, я бы это не против. У меня, правда, только один стрелок. 30 скорости атаки, молниеносные. Ну, давайте, раз уж мы этот класс качаем, почему бы и нет. Я бы еще сюда зашел. Я понимаю, что рискую. И мы можем сейчас огрести очень так неплохо, но... Ну, поехали. Мне просто нужно как-то компенсировать чувака с говном, потому что он слишком хорош. Блин. Мне еще и гробовщика убили. Ну, хорошо. Мы можем... Щитовиков наших вернуть. За 4 кредита. Не так дорого. Чем мы можем еще приободриться? Я бы экзоскелет взял бы. Он 4 места занимает. Блин, это очень классная штука. Я еще, правда, не видел, как это все выглядит в драке, но пока что это выглядит очень хорошо. Минуточку, тележка у нас, атака 30, жизни 150, атака 55, жизни 50. Я бы, наверное, тогда взял бы... Арбалетчики у меня есть? Минуточку, кто у меня из стрелков? Я бы взял бы второго стрелка себе. Потому что так мы, по крайней мере, получим бонус на... Второго стрелка? Да, хорошо. Что за секрет у нас тут? Лови его, лови! Ты кто? По мне непонятно. Смерть, жнец, Танатос, если хочется синегами, прости господи. Значит, все, добегались? Да нет, я тут своими делами занимаюсь, хотя ваше время тоже скоро придет. Но не сейчас. Поймите, поймайте и убейте для меня этого хейтера. У меня связки уже не те, бегать по подземельям. Я вас одарю чем-нибудь. Я же смерть, у меня есть всякое интересное. Попробуем. Ну, он побежал сюда, к боссу. Вы издеваетесь, я всю еду потрачу за ним гоняться. Нет, извините, я не буду этого делать. Ты кто вообще, молчащий?
мычащий. Чувак, вы в застилете прям крут. Вот этого убейте поскорей. Блин, он мне скопытил уже двоих щитовиков. Говна кусок. А, чертов страус еще оставался. Нет, ну, мне очень, конечно, интересно, но я потрачу слишком много еды, пока я буду за ним бегать, и... Ну, мне это просто... Нет, извините, ребят, не пойду. Мне очень интересно, что там, но я туда не пойду. Планшетный компьютер. Человек нашли древний артефакт. Компьютер в виде плоского ледяного прямоугольника, примерно 8,99 дюймов. На планшете всего одно приложение. TokTik. Архив. 2022. Разломаем игрушку дьявола. Невозможно есть что-то, что сойдет за жетоны. Действительно, есть. Всего на 9 штук. Ну и на том спасибо. 9 жетонов, реально спасибо. Так. Мне нужно вернуть хотя бы... Блин, чуваков в трениках поубивали, всех танков поубивали. Мне нужно восстанавливать оборону хоть как-то. Вот этот чел, конечно, хорош, но все же нет. А, это у нас дубина шамана. Просто бомба! Почему бы нет? Чувак, ты просто бомба. То есть, наверное, я бы тебя вот здесь вот поменял бы местами. Чувак в экзоскелете вообще крут. Так, сколько у меня медиков? 4 до сих пор, хорошо. Вот с этим поменяйся местами, пожалуйста. Метатель тунца, стрелок. Мне нужны еще танки. У меня 7 жетонов. Блин, я не буду пока тратить 7 жетонов, потому что мне еще нужно будет на еду тратиться. Я, конечно, рискую, у меня всего лишь 2 танка. 3 танка. Что, блин? А, это зомби! А чё так много? Блин, они вообще неубиваемые. Чувака в скелете замочили. По-моему, я приехал, да? Они же обращают моих же чуваков обратно в зомбей. А, не, они их просто убивают. Нет, ну короче, на зомби я оказался не готов. Мне казалось, что мы хорошо шли. Но к зомби я оказался не готов. Это печально. Эту комнату я еще пройду, конечно. А, я еще к тому же ослабленный сюда пришел. Печаль, тоска. Ладно, похоже, мы добегались. Ну и тут еще такая же толпа зомби, да. Я ему уже ничего не сделаю. Сколько у каждого жизни? По 1500 жизни у каждого. Это вроде немного, но их просто очень много. Самих этих ребят. Да, хорошо. Провокация, баш, второй шанс, фаербол. Далее. Поражение. Кровопускание, пушечное мясо. Так, оставить главное меню. Все, ребятушки. Будем на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами. По-моему, в этот раз было прям очень достойно, очень интересно. Увидимся в следующих сериях. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.